Родители, будьте бдительны. Ежедневно сотрудники полиции регистрируют сообщения о пропаже детей в возрасте от 5 до 10 лет. Только за прошлую неделю зафиксировано 5 таких случаев. Все происшествия завершились тем, что полицейские находили малышей и возвращали домой. При поступлении подобных звонков на поиски поднимается весь личный состав управления. Дети находиться должны под присмотром взрослых. Во всех случаях, когда, так скажем, ребенок теряется, поступает заявление, а потом находится, на нерадивых родителей составляются административные протоколы по статье 5.35 Административного кодекса Российской Федерации, то есть за недостаточный контроль по воспитанию детей. Как отметили в полиции, главная причина пропажи детей по-прежнему – халатность родителей.